11 новых объектов образования откроются в Ленинском городском округе в 2024 году. Некоторые из строящихся школ по поручению губернатора посетил исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. В жилом комплексе «Восточная Бутово» к 1 сентября следующего года появится новая школа на 1500 мест. Представители застройщика рассказали руководителю округа о проведении работ на объекте. Сейчас на площадке трудятся более 150 человек. Происходит обустройство кровли и внутренних стен, монтаж окон и утепление фасада. Школа за моей спиной на 1550 мест. Школа в хорошей готовности, 64% на сегодняшний день. Работает более 150 человек. Строит школу компания ПИК. Сегодня с коллегами проговорили о том, чтобы к 1 сентября школа уже заработала. И дети из ближайших домов пошли в школу. Затем Станислав Катаров побывал в образовательном центре «Успех» в поселке Дрожино. Вместе с директором образовательного учреждения он осмотрел действующее помещение, а также посетил второй корпус на 1100 мест, который откроет свои двери для учеников уже в январе. Объект был возведен за внебюджетные средства. В настоящий момент заканчиваются отделочные работы и уже подобран персонал. Действительно, здесь сделано все с умом и с душой, потому что это уже не первая школа, в которой участвует в строительстве и директор школы, и заместитель главы. И видно, что здесь школа с подходом и с современными технологиями. Я уверен, что детям здесь будет удобно и комфортно учиться. А в Южной Бице строится самая большая школа в Ленинском городском округе, рассчитанная на 1550 учеников. Здесь уже завершили возведение 4 этажей и перекрытие. Продолжается внутреннее обустройство и монтаж инженерных коммуникаций. Мы здесь находимся уже с директором, который будет заходить в эту школу. Директор, конечно же, набирает команду уже активно, готовится к новому учебному году. Поэтому мы все делаем заранее, чтобы быть во всеоружии и встретить наших учеников в новой школе. Всего в муниципалитете будет создано 10 тысяч новых мест для детей, 8 тысяч в школах и почти 2 тысячи в садах.